Мы открытое акционерное общество, федеральная пассажирская компания. Нам лет еще совсем немного, но всех объединяет нас одна дорога. Мы с РЖД живем одной семьей и вместе будем, не разлей водой. Российским железным дорогам в октябре будет 175, но к празднику надо готовиться. Сейчас уже начинать. Давайте сплотимся, товарищи, пришпорим железных коней и сделаем все в лучшем виде, достойным, чтоб был юбилей. Мы всем вам желаем здоровья, и всем мы хотим пожелать по 175 тысяч зарплаты и выпить по 175. Завидовать будем потомкам, достигшим небесных высот, когда будет 500 лет дорогам, и выпьют они по 500. Дружно, товарищи, в ногу, духом окрепнем в труде. Пусть процветает в России РЖД, РЖД, РЖД.